Добраться до сел и деревень Омской области станет проще. На покупку общественного транспорта выделен 1 миллиард рублей. Решение принял губернатор Виталий Хаценко. Изменения внесут в параметры регионального бюджета на 2023 год. Об этом стало известно на заседании Кабинета министров. Мы полностью на 100% обновляем автобусы в нашем областном предприятии «Омскоблавтотранс». Такого решения не было 30 лет, говорят. Так что это хорошее решение. Следующий этап – конкурсный отбор на предоставление субсидий. Для обслуживания сельских населенных пунктов Омской области планируется приобрести 164 автобуса. Это машины большого, малого и среднего класса вместимости. Безусловно, работы предстоит много. Продолжаем идти к намеченным целям. Благодаря главе региона Виталию Хаценко, Омской области одобрен казначейский кредит на приобретение нового подвижного состава. Это огромный шаг к оздоровлению нашего основного перевозчика, который осуществляет перевозку жителей области. Виталий Хаценко дал поручение профильным министрам. Все организационные вопросы нужно решить до конца года. Новый транспорт должен поступить в села до 1 февраля 2024-го. Заявки на заводы-изготовители уже направлены.